Смотрите сегодня в «Будильнике». Кукла Барби празднует свой 58-й день рождения. Подробнее о празднике расскажет Любовь Кобзева в рубрике «Будь в курсе». Елена Борисенко в компании юного экскурсовода прогуляется по весеннему городу и посетит памятник первому липецкому градоначальнику Митрофану Клюеву. А Галина Кузнецова в дуэте с Любовью Кобзевой поведают интересные факты о диджеях по случаю их профессионального праздника. Во всем мире празднуется профессиональный праздник гуру музыкальной сферы Всемирный день диджея. Все это и многое другое смотрите сегодня в «Будильнике».